Да, после университета у меня был тяжелый период. Я не могла понять, куда же двигаться дальше. У меня произошел тотальный ступор. Я сидела и думала, господи, и что дальше? Окей, я положила 4 года своей жизни на университет. Я отучилась на эколога, и я понимаю, что я не хочу работать экологом. Куда мне деваться? У меня началась смута, гонения, попытки найти себя. Изначально попробовала поработать в министерстве. Это было, я даже не могу сказать, сколько времени, по-моему, это было максимум 2 недели. Я просто попробовала вести всю эту деятельность, заниматься лабораторными какими-то вещами. То есть экология изначально в Екатеринбурге рассчитана на то, что ты просто меришь уровень воды в водоеме, ты смотришь, какая сейчас загазованность в воздухе. Но ты ничего не можешь этим поделать, потому что изначально город индустриальный, город с заводами, и то, что ты это узнал, тебе ничего не дает. Ты не сможешь в один момент поправить экологию, не сможешь ничего изменить. И я поняла, что это просто утопия. По крайней мере, в этом месте, в котором я нахожусь. Я начала искать другие способы, начала искать другие пути. Окей, думаю, пойду. Есть такой проект у нас, Artec. Это организация праздников. Я подумала, я же организатор, я же все организовывала в университете. Почему не попробовать мне сейчас не организовать что-нибудь? Я пришла, мне очень понравился офис. Не буду рассказывать подробностей. Работа была неблагодарная. И за тот месяц, который я там отработала, я не получила ни гроша. Я бы сказала так. Я немножечко другого ожидала, и, наверное, ожидания не реализовались. Это научило меня в то время ничего не ожидать. После этого я пробовала работать. Но это было, правда, еще во время университета, но все равно это была проба такая. «Чистая вода» у нас была такая организация, «Чистая вода». Они занимались доставкой воды. Я продавала эту воду. Ну, вообще, не могу поделиться большим опытом в других сферах, потому что я всегда была заинтересована своими проектами. И после того, как у меня не получилось ничего с Артегом, я подумала, что нужно плотно заняться танцевальной сферой. Я пошла работать в детском саду. То есть это был такой период моей жизни, который я вообще вспоминаю с таким удивлением. То есть я вела там занятия танцевальные, я вела там хореографию, и меня всегда удивляло, насколько дети неблагодарны. То есть я неправильно немножечко к ним относилась, неправильно какую-то преследовала идею. И меня всегда удивляло, почему, когда я от них требую серьезности, от них требую какой-то вот вовлеченности, они берут и бегают и летают самолетиками. То есть я помню, я захожу, говорю, ребят, у нас сегодня хореография. Они начинают бегать самолетиками, они начинают «Ура!» кричать и бегать вертолетиками. То есть, ну, я понимаю, что им просто хочется веселиться и развлекаться, но не заниматься моими серьезными проектами и моими серьезными танцами. Поработав год, даже, наверное, чуть меньше года, в одном из детских садов, я уже начала параллельно преподавать в студии, начала увлекаться другими направлениями, вакингом, например, тренологом. Я поняла, что почему бы не сделать это профессионально, почему бы не делать это как хобби, как профессия, почему бы все это не объединить. Поэтому помимо танцев, наверное, у меня никогда в жизни ничего серьезнее не было. То есть это как вот такая ведущая линия, как ведущий путь. В этот момент ты являешься одним из ярких представителей гоп-культуры в России. Как ты пришла к гопу и почему именно гоп? Обожаю этот вопрос. Спасибо за яркого представителя. Очень приятно. К Вогу я пришла совершенно случайно, когда я занималась вакингом. Я попала на мероприятие, где помимо вайкеров еще собрались вогеры. Я думаю, что вы наверняка знаете имя этого человека. Один из них был Алан, сейчас он в Ультраомни. В то время он и сейчас предпринимается вакингом, но он начал танцевать какие-то интересные такие движения, такие какие-то с руками, я помню, я думаю, что ты такое танцуешь? Он говорит, это вок. И мне стало любопытно, что это за культура такая. Тем более, очень много было в то время распри по поводу разницы между вакингом и вогом. И мне было любопытно, что же такое в воге есть, за что они так долго борются, и за что они так прямо трясутся, почему они не хотят объединяться с тем же вакингом. Я начала увлекаться культурой, посещать мастер-классы, приехала на бал. И я поняла, что это настолько глубокая культура, в которой есть своя философия, свои представители, своя какая-то
теория, свои какие-то исторические моменты, да. Я поняла, что это немножечко глубже, чем просто танец. Меня это безумно увлекло. И только сквозь года я поняла, что не только это меня интересовало в воге, меня интересовала самореализация, что именно в воге ты можешь реализоваться. Ты можешь найти что-то для себя, ты можешь понять, кем ты являешься, и это поможет твоей неуверенности раскрыться. Раскрыться с точки зрения уверенности. То есть ты станешь немножко другим человеком. То есть я могу сказать, что я уже не боюсь каких-то вещей, которые раньше меня отталкивали. То есть я очень раньше боялась, наверное, реализовывать себя вот в жизни. То есть я, поскольку человек уже подкованный к сцене, сцена для меня не является каким-то барьером, да. Но в жизни это немножечко другое. В жизни я была скромным человеком. И, наверное, ВОК вот это вот бич пробудил, да. Но я не считаю, что это плохо. Уверенность в жизни, она должна быть. Тем более в танцевальной среде ты должен уметь заявить о себе. Я всегда это говорю. Каким бы талантливым ты ни был, ты должен заявлять о себе. Потому что слишком много слоев, слишком много других вещей в жизни, которые мешают открыть тебя, которые мешают тебя увидеть. Помоги просто людям тебя распознать. И мне кажется, дальше может уже пойти все как по маслу.